Я предлагаю, я требую, это главная вещь, в регионах вернуть выборы. У вас нет никаких сомнений, все знают, все в республике знают, у вас есть два клана. Вот Миниханова, вот есть Шаймиева. Вот они поделили весь между собой бизнес. И все понимают, кто кому подчиняется на региональном уровне, на городском уровне. Но если будут нормальные, свободные выборы без фальсификации, эта система изменится. И у меня не будет такой вещи, когда там одна и та же команда. Кто выиграл, тот и выиграл. Вот так. Это должна быть конкуренция. И в том числе ранее не представленные политические силы, вытесняемые отовсюду. Татарские националисты или русские националисты, они должны иметь свое политическое представительство везде, конечно. Потому что сейчас есть одна единая Россия, и больше нет никого. Она все зажала и больше никого не пускает. Хотя на самом деле она не представляет большинство населения.